вопрос есть небольшой к сотрудникам полиции. Вы же сотрудники полиции, да? Вы сейчас в данной ситуации курите, надеюсь, вы это не отрицаете. Курите. Возле метро, вы же знаете, что это нельзя делать. Признайте, что сейчас, пожалуйста, что да, был, да, не отошли. Да, вам стыдно? Конечно. На будущее больше так не будете делать? Конечно. А вы можете выписать друг другу каждому штраф? Вот по 1500. Вы ему, он вам. По 500. И он вам, да, по 500 рублей. Такая ситуация вообще возможна? Просто, если... Нет, невозможно. Хорошо, парни, мы уже взрослые, все. Мы все это понимаем прекрасно. Просто дождь. Забудьте остальные, кто есть. Все, конечно. На будущее курите, места для курения. Сами себе штраф можете выписать? Почему? Ну ладно, ваши товарищи могут вам штраф выписать. Вы стоите у метро курить, у вас полиция России, погоны. Я не даю, до них дойду, что не стоит. Хорошо, все, все, спасибо. Спасибо вам, что вы подошли. А вы, кстати, почему курите вообще вместе? Просто стойте на месте, на месте. Сейчас подойдет сотрудник полиции, другой, вам выпишут штраф. Сержант курил в общественном месте, сержант. Здравствуйте, можно попросить штраф выписать, гражданин? Сотрудник полиции. Вы вообще можете что-то сказать? Почему вы курили в общественном месте? А? Почему убрать камеру? Вас в первую очередь должны снимать. Ваша работа является общественной. Ее может снимать любой гражданин. Я вам вопрос задаю на камеру. Почему вы курили в общественном месте? Я Михаил Лазутин, организатор движения «Лев против». Против. Будьте добры. Пич, что это за такое? Иди отсюда. Что это такое за руками? Вы будете курить передо мной дальше? Тушите сигарету. Хулиганы, тунеядцы. Сотрудник мегаполиса курил вообще с местом для детей. Хотим, чтобы мы выписали штраф 1000 рублей. Сейчас полиция подойдет и это, собственно, и сделает. Товарищ контролер мегаполиса курил вообще с места около КАЗ. Просим выписать штраф. Нет, один билет, один. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Вообще движение «Лев против», против курения в общественных местах. Курите в общественном месте. Спасибо. Камера, от камеры отойди. Вы нарушаете закон. Какой закон? А у вас есть звание? Вы кто? Во-первых, я гражданин Российской Федерации, в первую очередь. По требованию вы обязаны представиться. Кто такой, чтобы вам представился? А отсчитай мне 15 метров здесь. Блин, на камеру. Давай зайди свою реальную полицию. Если у вас одни людей, приведу уже, обосрется. Чего ж вы так курите-то в общественном месте? Если у вас полиция России написано, МВД. Виноват. А? Виноват, все правильно. Я виноват. Все, а будущее места для курения специально. Поехали против, против курения общественных местах. Не надо так вот, мы не спрятались, мы все сняли. Поднимите, пожалуйста, мусор. Я добросать. Даже не думал. Почему вы курите, если вы сотрудник охраны в общественном месте? Вы должны людям даже говорить, если для курения проходит. Никос Михаил Александрович. Не стыдно вам? Стыдно. Стыдно. Вот это хорошо, а то вон детишки сзади стоят. МВД России. Ну, МВД России против того, чтобы мы просили людей место для курения проходить, да? А брызгать зачем людей? Брызгать? Да. Брызгать то, когда человек нам сказал, ребят, идите отсюда, мне плевать на детей, на всех, кто здесь находится. А вам вообще кто право давал брызгать людей? Нам никто. Ну, вот я сам себе дал это право. Вы сами себе дали полицейские, какие люди, пожалуйста. Есть полицейские, которые не работают, к сожалению. Да, вы что? Да. Я очень сожалею. Камеру выключите. Поближе снимать. На каком основании? Поближе. Полиция. Для этого есть полиция, которая давайте, не работает. Давайте так, мы сейчас говорим, что здесь курят, и давайте, чтобы полиция начала работать. Вот мы жалуемся на курильщиков. Давайте, вот вы сейчас все берете и курильщикам подходите, штрафы выписываете, чтобы не курили около детей. Мы будем менять это. Каждый день будем приходить сюда и это делать. И нас не остановит никто. Хотите судиться, пусть вот сотрудники из МВД, которые говорят, что их снимать нельзя в общественном месте, пусть судятся. А вот
это для чего? А мы вот, ну, сказали, что сотрудник полиции много дел есть. Я смотрю на ваши дела. Вы же заняты, вы не можете курильщикам подходить. Вот мы всей стране покажем, чем полиция занята. Прошу выебать.